Добрый день, друзья! Мы на канале рыбныйпуть.рф. И сейчас мы посмотрим крымскую рыбу, которая есть в наличии и под заказ. Так, первая рыба у нас идет. Это ставрида. Свежемороженая. Вот так она выглядит. Хвостики еще желтенькие. Говорит о свежести рыбы при заморозке. Так, вот так она выглядит. Вот ставридос, ставрида. Дальше у нас идет пикаль Азова Черноморская. Она немножко окислилась. Ой, вернее, не окислилась, а обветрилась на воздухе. Я ее сейчас фотографировал, и она быстро заветрилась. Вот, это идет кефаль. Такая она беленькая, светленькая. Ни капельки крови нет. Она перед заморозкой, как и вся рыба, вся промывается водой. Вот, ледяной. Вот, после этого только замораживается, чтобы качество было хорошее. Дальше идет сарган. Ну, это пробная партия саргана. Вот. Этот сарган запечатали в такие пакеты. А вообще-то их закупили уже новые пакеты для саргана. То есть они длинные такие, чтобы сарган весь помещался и не гнулся. Вот. Но это пробная партия. Такие же сарган есть в брикетах. В брикетах. По 5 килограмм, есть по 8 килограмм разные брикеты. Вот, ну сарган, конечно, это да. Вот, по ценам сразу говорю, что по ценам ничего не буду говорить, потому что на тот момент, когда вы обратитесь, вот, цены соответствующие, вот, от объема все зависит, поэтому звоните по телефону, вот по этому телефону, сейчас покажу. 978-0567-888. Вот, еще раз. Ну, или сайт «Рыбный путь», там все фотографии на сайте «Рыбный путь», все настоящие. Вот, такой сайт, запоминайте. Дальше идет у нас идет, это тушка бычка обешкуренная. Тоже немножко заветрилась. Вот, вот так она выглядит. Тушка бычка. Вот купюры я специально кладу здесь, чтобы было видно размер. Ну, у меня также и линеечка есть, конечно. Вот, это вот уже в тушке. Где-то 10 сантиметров получается такая тушка. Но она не сортированная. То есть она где-то есть больше, где-то есть меньше. Вот, ну так приблизительно 10 сантиметров. Вот как мы видим. Дальше идет, это у нас, конечно, хит сезона, это мясо рапана, свежемороженое. Вот, оно не приваренное, оно сырое, то есть было заморожено в сыром виде. Вот, вот так вот выглядит. Ну, размер вот этой вот, например, упаковки вакуумной 20 на 30. Такой размер здесь где-то 4-5 сантиметров размер рапана. Так, выглядит рапан. Ну, тут опять кефаль. Можем еще раз показать кефаль. Значит, вот так вот. Итак, что можно, какие морепродукты и крымскую рыбу можно приобрести в интернет-магазине «Рыбный путь»? Ставрида, кефаль, сарган, тушка бычка. Из тушки бычка рыбный фарш, кстати. Вот, можно приобрести мясо рапана, кефаль опять же. Ну и тут как бы вот основное, что основные позиции по сезону, когда идут, вот тут
Хамса, у нас она сейчас есть, морская заморозка, СРТМовская. Кстати, вот СРТМ, это вот этот кораблик, морозильный траулер. Вот это вот СРТМ. Дальше. Хамса анчоусная, то есть сортированная, замороженная на морозильном траулере. Килька это летом идет. Атырина, песчанка, бывает, ну, понемножку. Тюлька, когда морозы будут, вот начнется тюлька. Вот. Бычок. Ну, бычок есть на складе сейчас немного. Азовского нашего, крымского. Потом ставрида. Ставрида сейчас как раз сезон начинается. Барабуля, ну, в этом году слабенько было. Было. Сейчас наличия нет. Ждем. Сарган есть в наличии. Вот, есть в брикетах по килограмму, а есть уже в брикетах по 5 килограмм. Вот, кефаль. Кефаль сейчас не сезон, ее сейчас это просто как образцы кефали, так как мы летом делали кефали, сейчас в наличии кефали нет. Пеленгас, вот сейчас начнется пеленгас, лобань прошла, камбала, калкан весной. Ну и мясо моллюска рапана сейчас есть. Сейчас есть, около 7 тонн есть в наличии. Так что, ребята, вот эти все позиции, по этим всем позициям, кстати, селедка керченская сейчас началась. Вот, так что по всем ценам все по телефону звоните. Вот по этому телефону сейчас покажу. Вот этот телефон. И сайт Рыбный путь. Там все настоящие фотографии. Вот, то есть там ничего скачанного нет с интернета. Вот, все настоящее. Так что вот такие вот, ребята, позиции. Пожалуйста, обращайтесь. Вот рапанчик для ресторанов и так далее. И для магазинов, для столовых, для кафе, для баров и вообще для предпринимателей. Ребята, обращайтесь, заходите на сайт и, конечно, подписывайтесь на канал Рыбный путь. А мы с вами прощаемся, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Прощаемся, до новых встреч. Новые встречи у нас будут уже, наверное, в холодильнике, наверное, в рыбном. Покажем хамсу. Покажем, что там вообще есть в холодильнике. И оттуда будут уже у нас прямые трансляции, ребята. Кто